Всем привет, с вами Темный Ниндзя и заметки Apache Mir 4. Так, сервера у нас ушли с вами на техработы. Давайте посмотрим, что нас с вами ожидает, когда мы зайдем в игру. Событие 7-14-дневной отмечалки, подарок сюрприз божественного дракона, новые клановые экспедиции и испытания, новый внешний вид, маунт и изменения в миссиях по сотрудничеству кланов. Ну и немножечко поподробнее. Так, 7-дневная отмечалка здесь у нас с вами, как и было прежде уже, билеты на площадь, пик, рейды и эпические и легендарные улучшения тела. Всякие травки, шмавки и прочие камушки для повышения уровня тела, да. Это хорошо, это прям классно, это нам нужно. Очень нужно, потому что сейчас по большей части все уже качают именно тело, которое уже нужно, легендарные травки и прочее, поэтому это нужная тема. Ну, либо, по крайней мере, они подходят к этому уже, да. 14-дневная отмечалочка. Здесь у нас с вами будет праздничная елочная шкатулка, головной убор и наряд. Это мы сразу получим, как только зайдем после техов в игру, да. Вот, будем одеваться с вами в елку. Посмотрим потом дальше, что это за елка такая. Ну и прочие ништячки, которые нам, в принципе, повседневно нужны практически всегда. И на 14 дней мы с вами получим 300 эпических дракончиков и какого-нибудь, возможно, нужного духа. Сюрприз божественного дракона. Будет он у нас с вами проводиться с 23 по 25 декабря. Присылается на почту всего 3 раза. 23, 24, 25, 3 раза. Должны быть по 4. В общем, не знаю точно, как это будет. Что-то, мне кажется, описание сейчас немножечко хромает. Должно быть 4 раза, как было раньше. Может быть, изменят какие-то награды, не знаю. Посмотрим, когда это все будет. Может, даже вообще не с 23 по 25. Так что поживем, увидим. Хотя у нас должно будет быть... А, ну как раз, да. Там заканчиваются у нас с вами и будут новые техи. Посмотрим, что это будет. Обычно не делали так поздно. Ну ладно. Это нам нужные предметики будут приходить. Посмотрим, что это будет и как. Клановая экспедиция, 10-й этап. Будет боссик такой вот прикольненький. 8-е испытание клана. Два боссика, 220-й и 210-й добавятся. Не знаю, интересно, 7-е испытание проходили как кто-нибудь вообще? Мне кажется, никто не ходит. Может и могут, но просто тупо влом. Потому что могут ходить только топы. А топам главное быть в PvP крутыми. Остальное не так важно. Вот так вот выглядеть будет елочный наряд. Может, если убрать шапку, может, будет как-то интересно. Может быть, можно будет цвет даже поменять. Чтобы необычно как-то выглядеть, да? Но посмотрим это все в игре уже с вами. Вот, это наряды, естественно, за реальчик. Как же они сделают так, чтобы это... цвет очень плохой. Надеюсь, цвет можно менять у них, если кто-то решит взять. Но есть и намного круче. Сзади мешочек с подарками. Не особо. Лично мне не очень нравятся стильчики новогодние. А вот ездовой прикольненький. Молодой такой олененок, Рудольфик. Типа... миссии сотрудничества, теперь они у нас с вами будут обновляться ежедневно. То есть после нуля по серверу мы будем получать новые миссии и проходить. Не знаю, для чего они это сделали. Типа думают, может, что людям будет интереснее делать каждый день что-то разное, да? Но на самом деле люди не ходят и не делают эту сотрудку из-за того, что считают, что награды типа недостойные траты времени. Но это все глубокие заблуждения. Просто ленивые люди не хотят делать. Изменены награды за ежедневные миссии. Но это у нас в миру.
которые два новых мира открыли на корабле. Так что, в принципе, нас они не касались, поэтому нам как бы все равно. Ну и прочие внутриигровые ошибки исправлены. Надеюсь, видео будет вам полезным. Ну а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.